иду в храм. Кстати, кто там спрашивал, ходите в православные храмы, нечего вам ходить по каким-то, я не помню там по каким. У нас мы вообще ходим православные. А в какие нам еще ходить? Мы православные крещеные и ходим в обычные православные храмы. Вы слышите это, да? Это я в таких условиях живу. 24/7. Храм вообще закрыт на замок. Ну и все. Туда не попадешь. Все закрыто. Сходила. К сожалению, в храм мне не удалось попасть, потому что было закрыто. И будем молиться дома. Сейчас я вышла набрать воды. Дома закончилась питьевая вода. Из крана еще вода течет, но она страшно рыжая. Просто такая рыжая с осадком. И детям ее давать точно нельзя. Поэтому я пошла за нормальной питьевой водой. Все хорошо. Держимся. Иначе и быть не может. Все наладится. Все станет на свои места. Добро победит зло. Наступит мир во всем мире. Я в это верю. По-другому не может быть. И не надо мне писать гадости, те, кто пишет, что у вас будет руины из Харькова. Нет, Харьков выстоит, Харьков выдержит, возродится, и все будет отлично.